Всем привет, девчоночки! Я очень рада вас видеть всех. Да, всех на своем канале, где я худею с большого веса. И сегодня пятница, отчетный день по моему весу. Отчитываюсь я каждую пятницу. Был у меня застой в моем похудении. Сейчас все нормализовалось. Я хочу вам сказать, что да, я как каждый раз учусь, просмотрела свое меню, свой рацион, все считаю, прям досконально, можно так сказать, считаю. Вот что съела, записала, не набирается у меня до 1600-1500 калорий. У меня идет, даже я и заметила, что вот эта вот калорийность, которая у меня идет, она идет 1300-1400 килокалорий. Вот это мне подходит. Мне подходит, я на этом калорийности худею. Даже что-нибудь я ей положу лишнее в рот, оно, ну, в общем, где-то потолок 1500, вот так вот. И я сбрасываю вес. И вот это, за эту неделю у меня мои наблюдения, мои, не замечания, а просто наблюдаю за собой, за своим весом, и вижу, что правильно все я делаю, что правильно я нашла свой путь, иду правильно. Я буду продолжать дальше этот путь на эту калорийность. Много добавила, много овощей разных, и тушеных, и нетушеных. Ну, больше овощей, вы видите, больше огурцов, помидор. Пусть они невкусные, но все равно это полезно для нашего пищеварения, для нашего желудка, для клетчатки. Добавляю, ой, сейчас скажу, добавляю отруби, все из головы вылазит, отруби добавляю, стараюсь добавлять везде отруби, я их и раньше добавляла, но сейчас вот прям как-то побольше, купила себе протеин. У меня не хватает белка. Купила протеин. Добавляю теперь. Я не пью коктейли. Добавляю просто или в салат, или в кашу, или в выпечку, допустим, в творог там, или еще куда-нибудь, или просто вот в кашу добавляю. Не запекаю, не готовлю, а добавил ложечку или две. Там положено две, но надо там пить коктейли. Можно заменять ужин. Ну, вот видите, девочки, дошла до протеина. Считала раньше, он не нужен, а теперь считаю, что нужен. Потому что я никак не могу набрать белки. Хоть, не знаю, что уже, по идее, кладешь белок постоянно, завтрак, обед, ужин, и не набираешь, все равно не набираешь. Смотрю по взвешиваниям, у меня стоит программа, белков маловато, пишут, маловато, маловато, маловато. Ну, вот, буду набирать так. Белки. От белков вы знаете, что мы худеем. Углеводы уменьшать я не буду. Как вот есть, так и есть. Меня устраивает. Жиры уменьшила. Уменьшаю так, как положено мне. Стараюсь не превышать нормы. Так что давайте пойдем взвешиваться. Девчоночки, взвешиваюсь. Стою. Так, ну, 122,3 мой вес на сегодня. Сбросила 700 грамм. Ну, видели мой вес? Мой вес 122,300. А неделю назад у меня был 123 килограмма. Значит, я сбросила 700 грамм. 700 грамм я сбросила. Было у меня 122,600, набрала я 400 грамм, 123 последняя недельная, ту недельную, а на этой 122,300. Ну, там, по идее, 122,200, но я же в одежде, с одеждой 122,300. Ну, это ничего страшного. Вот,
Вес пошел вниз, и вес пошел вниз без голодания. Без... У меня был всегда один день разгрузочный. У меня вес теперь идет без разгрузочных дней. И пока он идет, я разгрузку делать не буду. Я буду так и идти. Вы знаете, такой, девчонки, ощущение, прям боюсь спугнуть даже. Вот столько мучилась я, не шел. И вот сейчас он только пошел, я даже боюсь спугнуть. Вот, ну, никаких разгрузок, ничего не буду делать. Вот как есть, так и идет, чтобы он только шел вниз. Ну, вот он пошел. И вдруг, я говорю, разгрузка мне, наоборот, помешает. Поэтому все, вот так как есть, я иду дальше. И надеюсь, что я дойду. И, в общем, вам тоже желаю хороших отвесов, чтобы вы тоже пришли к цели, там, к Новому году или еще к какому-нибудь там празднику или к лету, к следующему. Так что, девчоночки, вперед, смотрите мои тарелки. До новых видео. Тарелочки правильные. Под тарелочками я буду писать вам, ну, не под тарелками, а в описании пишу калорийность моих блюд за день и завтрак, обед, ужин. Могу просто вставить и вместе написать, что там перекусы у меня бывают, но они могут войти в обед или там в завтрак. Но я не пишу именно вот, что там перекусы. И когда снимаю, я снимаю. Но в основном у меня яблоки. Вот сейчас опять у меня яблоки, я не стала их снимать, потому что думаю, ну и так все, знаешь, видят. Еще один раз снял, еще опять яблоки. Ну, яблоки. Пока есть яблоки, я перекусываю яблоками. Но тоже не всегда, когда... Хочется, я перекусываю. Когда не хочется, я не перекусываю. Когда не успеваешь ты там поужинать, или завтрак поздний, а тебе нужно уже скоро обедать. Или пообедал, а тебе скоро ужинать, а тут ты куда-то пошел там, или гуляешь, или ходишь. Не успеваешь, тут уже пришел, нужно что-то готовить на ужин. Поэтому не всегда бывают эти перекусы. Так что, ну, яблоки бывают. Бывают и часто. Так что смотрите, всем приятных просмотров. Так, на завтрак у меня сегодня кашка, сваренная на воде. Добавлено вот протеин, одна ложечка протеина добавлена в кашу. И ягодки, и ложечка урбича, льняного урбича. Так, у меня 25 грамм легкого сыра, одно яйцо, кофе с кардамоном и здесь где-то 12-13 грамм шоколада. Вот завтрачек вкусненький, полезненький. Всем приятного аппетита. Калорийность моего завтрака я потом вам скажу. Девочки, на обед у меня, ну, курица с фасолью в клюквенном соусе запеченная. Но у меня здесь не курица, а индюшка. И в 100 граммах вот такой курицы 74 всего лишь килокалорий, девочки. Вкуснятина обалденная. С клюквой. Такой кисло-сладкий вкус. В общем, вкусненько. Здесь у меня индюшка и калорийность вот моего блюда. Здесь вместе с помидорчиком 300... С луком 340 грамм. А так 260 грамм у меня моей курицы с фасолью в клюквенном соусе. 185 килокалорий всего лишь в 250 граммах. И чай зеленый с кусочком имбиря. Имбиря здесь... Ой, я уже забыла, грамм сколько, девочки. Представляете? Ну, здесь грамм... То ли 30 грамм. По-моему, 30 грамм, да. Вот, с чаем зеленым вообще имбирь и прям заходит очень даже хорошо. Всем приятного аппетита. Кому надо рецептик, я вам напишу в описании. Очень, у кого есть клюква, там чуть-чуть надо прям. Ну, вкуснятина, девчонки, обалденные. Как в ресторане. На ужин, девочки, у меня вот рыба. Горбуша, запеченная в сливочном соусе. Вот, ну, не сливки у меня было, молоко.
огурчик, помидорчик. Помидорчик 60 грамм, огурчик 48 грамм, рыбки 164 грамма. Ну и еще попью цикорий с молоком. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарий. И до новых видео. Пока-пока.